знаю, что это пасма. Какое-то непонятное название. И кажется, то, что празднуют что-то, ну, древнее. Празднуют что-то. Пасха – это такой праздник, где красят яйца и прославляют Бога, вспоминают, как он воскрес. Это, Пасха – это такой праздник, который едят и блины. Пасха – это тот день, связанный с Иисусом. Ну, это праздник, когда Иисус воскрес. Ну, это там, где берут яйца и их разукрашивают. Это праздник Иисуса Христа. Не знаю. Я не знаю. Это не то, мы не говорим. Праздник Рождества, что ли? Или день рождения? Пасха – это, наверное, международный праздник в России. Где еще? Можно танцевать. Пасха – это где там яйца, во-первых. Такой праздник, когда мы собираемся всей семьей. И делаем блины, а еще какие? То, что типа заканчивается весна, блины едят, вкусно. Ну, как бы такие раздают такое сладкое. И кто больше живые этого наберет яиц, тот и победит. Ну, еще там они сыкают буково. Пасха – это народный праздник. В этот день воскрес Христос.